Так, котел опустил пониже на 2,5 сантиметра, пересверлил. Воды пришлось переварить. Тут короче сделал, тут вот так вот сделаешь. Газовый шланг тоже подключил через переходники на фум-ленту. На улице тоже пришлось повозиться. Немножко ковырял стену, потому что в стене отверстие проходит под уклоном в сторону улицы. Пришлось там немножко тоже расковыривать. Теперь здесь вот так вот не хватило этой тарелки, чтобы закрыть отверстие. Зато уклон.